Все вы контролируете, да? Такой контроль. В интернете не успели обсудить последствия недавней стихии, а пользователи уже выкладывают видео новой. После вчерашнего урагана сотни поваленных деревьев, 21 поврежденный автомобиль, 7 районов Ленинградской области, более 250 населенных пунктов осталось без электричества, были остановлены 58 поездов. На несколько часов прервалось пригородное сообщение. Даже скоростный состав прибыл на московский вокзал почти с 20-минутным опозданием. В Петербурге порывами ветра завалило 2 башенных крана. Несмотря на штормовое предупреждение, предписание МЧС о запрете любых высотных работ, в кабине одного из них работала женщина. В ходе падения одного из кранов пострадала женщина. Крановщик в состоянии среднего тяжести доставлена в 15-ю больницу. А кто вытащил эту женщину? Ее вытащили рабочие. С большим количеством осадков. Синоптики уже не ждут температурных рекордов. Характер погоды в Петербурге изменится в начале следующей недели. Раскаленное небо закроет более привычной для города облачность. Температура становится на отметке 20 градусов. Еще одно происшествие связано с минувшим разгулом стихии. Накануне сообщалось о 5 парашютистах, которые попали в грозовой фронт и пропали без вести. Сегодня информация подтвердилась только относительно одного из них. Мужчину уже нашли, он оделся только из обуви. Несмотря на штормовое предупреждение, парашютисты все-таки решили свой прыжок. Видимо, горожане никак не могут не привыкнуть, не поверить. Такие природные аномалии. Александр Сибирь, Евгений Костин, Вести, Петербург. Природные катаклизмы не обошли стороной и Европу. Там и жара, и пожары, и наводнения. На Пиренейском полуострове солнце и термометры уже почти месяц не опускаются ниже 40 градусов. В национальной парке Португалии охвачены огнем. Погибли уже 50 тысяч гектаров леса. Погода не на стороне пожара. Сильный ветер гонит огонь на все новые участки. Дымом от лесных пожаров затянуты восток Испании. Из опасных районов эвакуировали 2000 человек. По меньшей мере 8 погибли. В стране введен... Ты бы видел, как он сейчас рванул? Это вообще, коробка улетела, кот подскочил к Энди Бобером и с финтами рванул через всю комнату. Я не знаю, что он там усмотрел. Он от этой штуки потом убегал еще через всю и сейчас боится. Я не могу понять, что он там видит. Там ничего нет. Там абсолютно ничего нет. Я проверила коробку 3 раза. Я ее перевернула с другой стороны. Ладно, ладно, не трогай. Жалко, свет плохой. Будет плохая статья. Гражданина секретную военную информацию. Разведчик работал под прикрытием должности первого секретаря политотдела румынского посольства. В момент задержания... Смотри, смотри, войны не боится. У него что, стресс? ...его деятельность против России.